школьники, просто главный босс треугольника нанял этих квадратов, потому что в них вмещается больше всего взрывчатки, понимаете? Он их нанял себе, чтобы подрывать нас. Так, а только что вы видели треугольника, все-таки я вас не обманываю, у меня появился новый противник, которого зовут треугольник. Так, эй, стоять. Стоять, не падать. Так, и мы сразимся, как я вам и обещал, с боссом в этот раз. Так, ну может немножко позже. Закатим эту штучку. Нажмется кнопочка и... Так. Вот эти подрывнички тут маленькие бегают. Наемники-подрывнички, да? Я-то думал, что я справился с вашим боссом раз и навсегда квадратом, а нет... Представляете, они где-то в канализациях прятались и остались, эти злодеи. Ой, а как мне тут? Да, треугольничек мне помог. Спасибо, треугольничек. Так, и прыгиваем эти препятствия. Ух ты, а как мне эту штуку, куда ее? Туда? А куда же ее надо было пихать-то? Эй. Как мне тут пройти тогда? Может как-то по-быстрому? Не-не-не, так не получится. Нужно этот шарик с собой брать, да? Так, шарик мы взяли. И что сейчас будет? Так. Смотрите, давайте его с собой заберем. Босс! Обалдеть, отстань от меня. Что ты такое? Обалдеть, какой он огромный. Смотрите, ребята. Я еле успел. А ну-ка, получи, злой треугольник. Смотрите, какой он шипастый. Обалдеть, вот это он огромный. Получай. Так, откуда? Так, посерединке, теперь надо тут оставаться. Теперь подъезжать под эти, они ж, наверное, падать не будут в этот раз, да? Так, давайте под эту подъедем. Хух, тихо. Так, все, пока что хорошо, сейчас появится этот злодей. Вот ты где появился, злой ты гаденыш. Смотрите, кого он подсылает. Ты что делаешь? Эй, так. Какой опасный шипастый треугольник. Почему ж ты такой страшный-то, а? Так, это же братец этого квадрата. Так, получай. У него осталось одно сердечко. О, одно сердечко у него осталось. Так, и сейчас мы его победим. Нет, почему не достал-то? Так, ну что ты сделаешь нам, злой ты треугольник? А! Что? Ну все, ты нарвался, подлец. Подлец ты. Так, сейчас тебя подрывничок. Что, почему он меня-то взорвал? Так, ну все, хватит хныкать. Сейчас ты получишь, злой ты треугольник. Получил? Один раз ты получил, и получишь еще несколько раз. Так, ого, вот это он прыгает. Так, и один раз его осталось бахнуть, этого злодея. Так, а ну-ка, прыгает он тут, прыгает сейчас. Все, победили!